Всем привет, с вами полезные поделки. Сделал оригинальную шпалеру для винограда, огурцов можно применять, там, для малины. В принципе, это очень нужное устройство для сада, огорода. Ну, в данном случае я ее применил для винограда. Состоит из 4 элементов. Если она длиной менее 3 метров, она может из 2 элементов состоять. Устанавливается она легко, так же, как и снимается. То есть здесь нет никаких распорок. Она является сама распоркой для себя. Вот мы видим, она прогнулась немножко, как боковина пчелиной рамки. Проволока натянута. Ограничитель по натяжению у нас верхняя планка. Она работает на сжатие. И в то же время она держится за счет этих проволок. Она прижимается просто. Тут у нас всего 1, 2, 3 разъема, которые ничем не закреплены, просто вставляются и все. Здесь у нас профтруба. Она примерно внутри 10 миллиметров. Ну и того примерно около 15-14 в сечении. Высота ее подбирается индивидуально. Вот, скажем, для меня вот высота нормальная, она немножко у меня завышена. Для того, чтобы подвязать вот здесь на вытянутую руку. Ну, кто повыше, могут и выше сделать, но я чуть-чуть завысил. Это, ну, я могу с чем-то, с какого-то, с какой-то лесенки привязать последний раз побег винограда. Ну, а так можно несколько пониже. Она у нас вот здесь примерно 2,25. Ну, 2 метров, может быть, достаточно будет для обычного человека, ну, среднего роста. Внизу у нас она воткнута в землю, но там другой профиль, там сплошной квадрат 14 на 14. Кстати, я чертеж в конце видео покажу подробный. Вот здесь вот мы видим поперечина приварена. Вот в этом месте профтруба переходит вот в такой квадрат 14 на 14. И вот этот кусок у нас 10 сантиметров приварен под 90 градусов для того, чтобы ногой, если мягкая земля, загнать его в грунт вертикально, либо если грунт очень тяжелый, можно постучать молоточком, чтобы добить земли. Она вот должна как раз ограничиваться вот этим местом. Здесь у нас соединение со средней проставкой. Вот у нас крайний столбик, тоже он имеет ограничитель. И соединение вверху угловое. Вот такая вот простая конструкция. В то же время легко его демонтировать и переставить на другой участок. То есть конструкция очень легкая и необычайно дешевая по цене. Наша шпалера имеет размеры, значит, высота от 2 метров до 2,250. Все это подбирается индивидуально. Для человека небольшого роста достаточно 2 метров. Если человек более высокого роста, можно и повыше сделать. Важно, чтобы дотянуться до верхней перекладины, чтобы подвязать побег винограда. В землю мы загоняем штырь, который имеет сечение сплошное 14 на 14 миллиметров. Длина его примерно 500 миллиметров, достаточно для глины, не знаю, как для других грунтов, песка там или чернозема, но для нашей глины 500 достаточно. Здесь у нас перемычка приварена из того же материала 14 на 14. Для того, чтобы загнать в землю стойку, правую, левую, среднюю. И как бы она является упором в землю. Длина. Значит, длина шпалеры, если она до 3 метров, то среднюю перемычку не надо ставить, стойку.
Если она длиннее, то от провисания верхней перекладины надо поставить среднюю стойку. Вот я делал в данном случае 4,5 метра в длину, поэтому пришлось сделать среднюю стойку для того, чтобы не было прогиба. Вся эта конструкция держится на сжатии с помощью проволок, которые мы привязываем для крепления побегов винограда. Она, проволока сжимает конструкцию, и здесь у нас соединения поджимаются автоматически. А средняя стойка, она сжимается за счет веса перекладины. Значит, боковые стойки у нас сделаны таким образом. К профтрубе приваривается кругляк длиной 50 мм, диаметром 10, который вставляется в верхнюю перемычку. С левой стороны точно такая же, в зеркальном отображении. Средняя стойка, здесь кругляк приваривается к профтрубе в стык, тоже имеет длину 50 мм, диаметр 10 мм, он вставляется в среднюю стойку. Вот и вся конструкция, она очень простая. Спасибо за внимание.